На що сподівалися керманичі човна з такою неромантичною назвою, зараз важко сказати. Скоріш за все, у 1983 році спрацювали дух протиріччя, неформальний максималізм і молодецтво. Безмінний лідер команди Армен Григорян сьогодні і сам дивується, адже 30 років тому вони ніяк не уявляли свого майбутнього і не думали, що група проживе так довго. Що будуть концерти, платівки, кліпи і турне. Але це той самий випадок, що сталося не так, як гадалося. І тисячі людей цьому випадку дуже вдячні. 14 листопада в рамках ювілейного туру «Крем» відвідав Дніпропетровськ. І Армен Григорян знайшов час для інтерв'ю нашій програмі. Привіт, Дніпропетровськ! По вуличкам побродим, зайдем в гості к некоторым обитателям. Кому вы хотите зайти в гости? К Тане хотите? Она вас угостит точно. А к Хабибулину? В основном девушки, наверное, к Хабибулину хотят. Из Ярославля до Уфы через Тель-Авив, Санкт-Петербург, Полтаву и Сочи кочує восени 2013-го колектив під такою негламурною назвою «Крематорій». Якщо інтернет-пошуку дати завдання знайти крематорій у Дніпропетровську, не сумнівайтеся, ритуальних послуг вам не запропонують. Натомість відбудеться знайомство з живим цитатником крилатих висловів Армена Григоряна, які зберігаються в сейфах пам'яті кожного чесного кремофіла і кремомана. Перейменувати крематорій на «Крем» – це як же ж треба його любити? Это прекрасно, что ты не Андрей и не какая-нибудь там сволочь. Я хочу собраться вместе с тем женщин, которые на него. Когда придется срочно в порядке арендовать стадион. Я раб собственных песен, конечно. То есть, да, так оно и есть. Некоторых песен я раб. Потому что если я здесь не сыграю там некое количество песен, меня могут побить. Напишут потом гадость. Напишут, да. Нет, мы каждый раз играем концерт как спектакль. Я понимаю, что в этом спектакле должны быть задействованы прима-балерины какие-то такие. Они должны выйти на сцену. Более того, я очень горд, что у нас нет плейлиста. Мы не играем вот программу как таковую, да. То есть, а как музыканты знают, что играть? А я им кричу. То есть готовы, ночью разбуди, готовы даже... Да, это у нас вот, да, это мы достигли этого, что вот они могут сразу меняться. То есть это вот очень важно. Это дает интерес самому зрелищу, да, вот мы же тоже должны получать удовольствие. Что ты можешь, датский крик? Дніпропетровський фан-клуб «Крематорія» взяв не числом, а співами. Зал був готовий повністю звільнити Армена Сергійовича від обов'язку співати. Хіба що пісні з нового альбому «Чемодан президента» слухали, затамувавши подих, щоб на другому рефрені вже підспівувати. Мене безпокоїть творчий зуб, во мені поселився мікропандарчук. Города несу семейный хомут, святы незыблем, замкнутый круг. Вынесу мозг, освою бюджет, куплю себе виллу и кабриолет. Эй, кто здесь сказал, что это не дух, когда беспокоен замкнутый круг? И таланты везде, и таланты вокруг, в которых вселился
микрофон торчок. Вообще весь альбом построен как беседа за столом. Одне із застольних міркувань називається «Мікроб Бондарчук». Чому ні хорошого кіна в Росії, да і взагалі везде вже, да? Чому були такі серйозні імена, так, той же самий Бондарчук старший, звісно, да? Чому був Стігнєєв, там, чому був Леонов? Чому були такі режисери, як Тарковський, наприклад? А де не зараз? Ну, потому что семейный бизнес, вот что такое кино. Потому что там и сям, дети великих артистов, там сям управляют кланы, а они вот мешают настоящим Моцартам, не знаю, Сальери даже, пробиться в кино. И, соответственно, кино и нет. Понятно? Понятно. Ничего обидного в этом нет. То просто есть вы могли написать «Вирус Михалкова», просто в строчку не легло? Просто, да, слишком долго. Потом у Михалкова все-таки есть неплохие фильмы. Хорошее очень слово «Сталинград». Вот, для людей, да? И такая прикрышечка. А все остальное... Микрофон торчок! Чи знає щось про крематорські розмови заголовний герой пісні, Григорян не в курсі. І ображати Бондарчука-молодшого на меті не мав. А про власний сімейний бізнес нема чого й думати. Династії не буде, бо надто різні фахівці об'єдналися у родині. Така собі маленька держава Григорянів. Я все ж музикант. Папа у мене авіаконструктор. Мама хімік-мікробіолог. Дедушка був металургом. Видите, у нас такі різні. Правда, я закінчив Московський авіаційний інститут, но тільки факультет радіоелектроніки. Це зовсім інше. А діти теж. Ніхто не займається музикою, к сожалению. Один дипломат. Другая юрист, две еще учатся. Но одно есть очень хороший дар, абсолютный слух. Посмотрим, что из нее получится. У крематорія загалом і у папи шляпи, зокрема, є одна дуже цінна для журналістів і публіки якість – доступність. Рідкісний колектив, наприклад, дозволяє знімати концерт скільки завгодно і не боїться косого кривого фанатського відео в інтернеті. Звичайний ліміт – три перші пісні. Армен Григорян, навпаки, ще й радив нашому оператору не знімати першу пісню. Мовляв, це тільки проба звуку і не найкращий варіант. А звук для музикантів – це святе. Але навіть проблеми із ним не примусять крематорій залишити публіку без концерту. От навіть у нас був концерт, коли, к сожалению, не хватило мощності електричної. У нас от є такі прибори, вони називаються моніторами. Они просто время от времени, просто звук выключался. А когда выключается звук, то вы фактически не слышите, что вы поете, и не слышите, что вы играете. И это продолжалось в течение полутора часов. Ничего сделать невозможно было. Но никто этого не заметил. Хотя мы испытывали страшный дискомфорт. Я когда вышел с концерта, мне, конечно, хотелось взять гитару, дать по башке нашему технику, но он не виноват. Это вот так вот, к сожалению, вот иногда бывает. Да? Поэтому вы должны выходить из этой ситуации. Ни в коем случае не изображать из себя какого-то там такого «пока не будет мониторов, я опять не буду». Нельзя. Звідки беруться його тексти і чому вони саме такі – цинічні, дивні і, чесно, непричесані – Григорян пояснити не береться. Він не вважає це свідченням психічної особливості і певен, що творчі здібності може розвинути в собі цілком нормальна людина. Потрібно небагато – задатки, інтелект і бажання. Чесно відповідати на питання, откуда беруться там картини, пісні, літературне произведення, на самом деле не можна. Це вот, самый чесний ответ, не знаю. А потім це вже йде вот, что-то такое, вот, какие-то разговоры. Это, скорее всего, просто фантазия. Это не потусторонние миры, не ангелы, которые там летают, не бог, который там сверху что-то там в голову. Это просто развитие интеллекта, который приводит к творчеству. Вот мне кажется, именно это. А ще у власному успіху Армен Григорян вбачає роль часу. Пробитися було легше. Тоді просто було як-то время, от зритель мог оцінити способності того или иного исполнителя. Його не нав'язували, там,
продавались какие-то там магнит-альбомы, и зритель сам искал артиста. И так вот этот весь рок и получился. Сейчас, конечно, все по-другому. То есть можно там взять любую девушку, петь ее даже не нужно учить, там, чтобы была такая смазливенькая, но в крайнем случае можно сделать там пластичку. Раздеть, телевизор, и все будет хорошо, да. То есть у нас, к сожалению, вот какое-то извращенное понимание музыки. Хотя вот на Западе, мне кажется, до сих пор существует серьезное развитие музыки. И в поп-музыке, и в рок-музыке появляются новые имена, достаточно сильные. У нас в России, да и в Украине, наверное, не было создано ни одного мирового бренда за всю историю. Хотя такі бренди були створені в той же самій Фінляндії, в маленькій. Роздвоєння особистості Григоряну точно не загрожує. Наприклад, він не може одночасно бути і художником, і музикантом. Картини, ви знаєте, писались от літом, зараз не пишуться. Тобто зараз музикальний період. От закінчиться музикальний період, почнеться музика. А книги не пишуться? Ні, ні в коїм випадку. Це так довго. И не будете? Ну, есть некое количество телег. Это такие, знаете, современные маленькие рассказики. А так нет, это сидеть с пером в руках. Потом у меня мысль убегает далеко, я не успеваю за ней там чирить. Надиктовать. Вы представляете меня вот так вот, сидящим с микрофоном и надиктовывающим что-то? Да. А я нет. Если я так с микрофоном сяду, я думаю, тогда уж точно в белые столбы можно меня отправить. Але крематорій – це ж не лише постійний учасник списку 100 знаменитих вірмен, які живуть у Росії, а й чудові музиканти. Цьому складу не менше 5 років. Гітарист Володимир Куликов, Ніколай Коршунов на басу, барабанщик Андрій Єрмола та чарівник скрипки Максим Гусельщиков, який зірвав у Дніпропетровську додаткову порцію аплодисментів. Одного разу Григорян сказав, коли ти стаєш людиною-брендом, важливо залишатися при цьому все-таки людиною, а не перетворюватися на бренд. Залишатися простою, доступною, напрочуд здоровою людиною Григоряну вдається. Його публіка це добре знає. Таке трепетне, сентиментальне відношення. Вони дійсно дуже волшебні. Вони... От, знаєте, у нас був навіть концерт в Торезі, в місті Торез. Ми боялися там. У нас просто подарок нашему звукорежиссеру, он родился в этом городе. Мы решили там дать концерт. И к нам пришел директор вот этого клуба и сказал, вы знаете, я посмотрел между рядами, ни семечек, ни бычков. Это впервые у нас такое. Понимаете? То есть это говорит о каком-то вот... То есть Торез подготовился ко всему? Публика там была такая просто. Она откуда-то взялась. Она, может, ее на улице не видно, но их на каждом концерте происходит примерно то же самое. А все, что было, прошло, значит, надо добавить еще, чтобы стало светло, хотя бы на миг. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Да-да-да! День рождения тоже, да? Да. Как празднуете? Планируете или спонтанно обычно? Вообще я так как-то не очень люблю дни рождения свои справлять. Но в этом году как у нас концерт, после концерта как раз 12 часов начало дня рождения, но мы совместим приятное с полезным и вот так вот отпразднуем, как бы на сцене в буквальном смысле. Вы во сколько родились? Знаете, да? Два часа ночи. Два часа ночи? Даже да? Помню роддом. Не верю. Номер 2. Филях. Идите и проверьте. Вот поезжайте и проверьте. Как рано вы себя помните, кстати, как ребенка? Я себя помню где-то лет, наверное, в 5, когда впервые увидел маму. Потому что я случилось так, что жил с бабушками. А родители работали там за границей. Я когда вот увидел маму, мне сказали, вот это моя, говорю, тетя, там, дядя, это, папа, вот это вот у меня картинка вот, запомнилась на всю жизнь. Кстати, в вашей биографии написано, что
мог родиться в Каире, да? Там просто была какая-то эпидемия арабская. В посольстве решили, что маму нужно отправить в Москву. Вот поэтому там-то я родился. Она потом год со мной побыла и уехала. Обратно были такие времена, что, ну, я прекрасно понимаю, никаких обид нет. Но вот это, конечно, явление папы с мамой в 6 лет, в 5 или там сколько у меня было, это здорово повлияло на меня. Ну, в Каире хотели бы родиться? Смотря кем. Фараоном согласен.